господин из Турции поднимал. Вон, пожалуйста, микрофон. Да. Давай. Хорошо. Вадим Владимирович, добрый день. Мамадов Владимир, газета «Репортер». Это город Киров. Но она живятка. Но вы же не из Турции. Да, ну что делать? Так получилось. Спасибо за аплодисменты. На фоне глобальных макроэкономических вопросов абсолютно копеечный вопрос. Вопрос такой. Да. Что нам делать с вятским квасом? Квас. Вятский квас. Что нам делать с вятским квасом? Мы делаем этого кваса много. Очень хорошо. Делаем давно. Я вижу уже. Да. Что нам делать с вятским квасом? У нас вот у нас делают вятский квас. Не алкогольный, ведь нет. Да, да, так, да.